Всем привет, с вами снова Дмитрий. Это прохождение, пятая часть будет прохождение Blades of Time. Эта глава называется у нас «Убежище людей». То есть здесь мы встретимся с Мишель, которую в предыдущей главе мы встречали, которая хотела предложить план действия. Так, мы сейчас в каком-то старом здании. Сколько здесь... Ой-ой-ой. Чё-то меня так подтормаживать начало. Так, ну вот разрушили все ящики, теперь можем получить немножко души. Еще сломаем эту штучку обязательно. Сюда мы телепортнулись, а вход, я так понимаю, был завален, как она сказала, в предыдущей части. Ну вот будем лазить. Никакой охраны. Странно, а если монстры проберутся? Как монстры проберутся, если здесь... Оу. Человек, вроде как. Ё-моё, ну ты меня и напугала. Да, я ужасно страшная. Да. Ты ведь Аюми, верно? Мишель сказала, что ты придешь. Меня зовут Верн. Пойдем, я тебе все покажу. То есть они предполагали, что меня уже ждали. Надеюсь, убивать-то не будут они. Это и есть ваш корабль? Я слышала о гипотезе с кораллами. Эй, не смей такое говорить. Это никакая не гипотеза. Не знаю, откуда здесь этот корабль, но мы его починим, запасемся провизией и в путь. Видимо, кто-то уже пытался на нем улететь. Когда появилась Мишель и придумала этот план, мы воспряли духом. Появилась надежда. Нужно верить в успех и не сдаваться, так что выкини с головы эту ересь. А что ты, кстати, умеешь, а? Убивать людей. Убивать гвозди, рубить дрова. Нам все пригодится. Условие только одно. Северный выход для всех закрыт. Туда ходить запрещено. Но почему? Что там такое? Что-что? Почему всех это так интересует? Ничего там нет. Те, кто отправился в ту сторону, так и не вернулись. И Мишель это надоело. Радуйся, что смогла найти убежище. Потому что они просто телепорты улетели и Эй, просто... Ты мне связь нужен! И зачем возвращаться мне сюда, ты если ты уже на телепорте уехал? Странно тогда, зачем здесь Мишель собирает? Тогда, наверное, Мишель все-таки знает уже. И предполагаешь, что там находится телепорт. Зачем ей тогда эта история с кораблем? Странно. Ты им как-то странно ходишь. О боже мой. Да, ты страшно ходишь. Чего тебе? Гляди в оба. Монстры повсюду. Здоровый мужик, сырёшь, что ли? Нам тут ничего не рассказывают. Привет. Что можешь сделать? Здорово. Люди продолжают приходить. Чего тебе, несчастные ублюдки? Ну, это не совсем тот случай. Здорово. Этот парень очень известен среди охотников. Не помню, как его звать. То ли Марка, угу. Подслушай разговор вот этот. Пришел с побережья на днях, как и все остальные. Но этот сразу видно крутой. Мишель тоже о нем слышала. Он был охотником за головами много. Здесь опасно! Как же его звать-то? Тогда понятно, почему Мишель сразу решила посвятить его во все дела. Может, они знали друг друга раньше? Нет, если это тот парень, то он одиночка. Всегда один работал. Если честно, не стал. Не задерживайся! Сейчас. Дослушаю. Прямо словно память отшибла. Уж не Азера ли они говорят? Вот-вот. Азера где-то просто здесь, я должна увидеть его. Я тебе вообще не пристаю, блин. Прямо не знаю, как закрепить ту штуку. На гвоздях или болтах держаться никак не будет. Ну это нафиг мне слушать. Возникнет резонанс между... Это закрытая территория. Возвращайся назад. В смысле, мне сюда нельзя идти? Извини, сюда прохода нет. Это при... Куда это ты собралась? Она вооружена! Хватай! Стойте! Люди! Без ключа дальше не пройти. Ключ должен быть у кого-то из охраны. Только попробуй! Ах так! Только попробуй! Что ты мне сказал, что только попробовать? Убейте
смертник. Ну, чуваки, вы сам напяли, кстати говоря. Я даже ключа не было. Я даже не знаю, чем он... Ой, ёпарасоте. Там безумный чувак. Ой, уже нету безумного чувака. Ой, я нашел ключ. Все это не к добру. Все это плохо кончится. Ну, если сейчас Мишель ушла с Зеро... Ладно. Наверх, мы, думаю, вряд ли пойдем. Зеро пошли в запретную зону. Посвящать ее там. То есть посвящить его. Получается, мы сейчас там встретим их тогда. Давай, крути. Молодец. Ты жестоко расправилась с этими людьми. Меня вынудили. Разве не понятно? Я должна идти дальше. Я не виню тебя. Что сделано, то сделано. Но не забывай, стой. Ты нажила себе новых врагов. По сравнению с этим карателем, они ничто. Так что я даже не беспокоен на этот счет. Вот я беспокоюсь, как вот здесь вот пройти нормально, чтобы не упасть никуда. И здесь ничего нет. Опа, опа, опа. Кто там не стреляет? Что это такое? Что там за враги? Шип. Смертельная ловушка, огромное число которых... Огромное число которых некогда было установлено вокруг древних руин. Так, ну кто-то по мне стреляет. Раз. Стоп. Так по ним стреляет еще кто-то? А как эти шипы вообще? Они, как они действуют? Что-то хотя их проверять, да даже не хочется. Гранаты? У них есть гранаты? Да вы обалдели, блин? Что она здесь делает? А ты откуда здесь? Здесь так, огонь, ну вот огонь! Чисто. Она дезертир! Убейте ее! Ну давай, попади меня. Притом я еще отключу весь время. Так, а, они с пауками тут сражаются. Как в начале было. Так, я здесь вижу какой-то сундук. Это здорово. Ладно. Смертник. Здорово, смертник. Здорово, еще один смертник. Смертник. И последний. Смертник. Все. Здорово, расправились с ними. Как странно. Алтарь прямо у них под носом. Почему они им не пользуются? Почему они не учатся магии? Ой, я случайно тут сразу заделал алтарь. Что, мне мастер льда. Позволяет и дальше совершенствовать. Но это было источник, огненное оружие, ледяное оружие, скользящее. Когда уровень здоровья на минимуме, нет возможности лечиться, на выручку придет теневая сторона вашей души. Интересно, как... Угу. Влияние на ваше. Ну, по идее, излечиться тоже было бы здорово. Давайте возьму излечиться. Может еще. А, еще даже могу что-то взять. А ваши скользящие атаки позволяют пользоваться. Хочу это взять. Я не знаю, что это будет, правда, вообще. Поможет ли мне вообще как-либо. О, нет. Опять каратель. Опять эта тварь. О боже мой, боже мой. Давай, беги за мной, беги, 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 беги. Ой-ой-ой.
Это плохо, это очень плохо. Люди могут жить в таких условиях. Просто немыслимо. Это было и правда страшно. Флора этого места поразительна. Я нашел колонию удивительных цветов. Они огромны и парят в воздухе. Я изучил их очень внимательно, и оказалось, это что про цветы, которые... это коралл. Цветы, которые мы используем для прыжков. Меня вот только единственное пугает, что я там что-то забыл. Там же показывалось, что сундук есть, а я его не взял. Ай. Жалко. А вот сундучок еще один. Кольцо вечности. Шкала ярости не обнуляется полностью после получения очков лечения. Ну это здорово. Что у меня? Увеличивать долгость. Потому что лечение часто очень надо. Что же все-таки люди делают здесь? Летающий корабль — очевидная фикция. Может, они боятся признаться себе, что выхода нет? Ну, это явно такая полянка для боя сделана уже. А ну стоять! Ну как же я не удивился? Кто тебя сюда пустил? Отвечай! Даже не думай подходить к воротам! Другого пути здесь нет. Что здесь происходит? О, Мишель. А, это ты... Зачем ты преградила путь? Вторая сфера существует, мы все сможем вернуться домой. Это правда? Конечно нет, идиот, она ничего не понимает, а твоя задача охранять портал. Нельзя оставаться здесь и надеяться, что ваша развалюха полетит. А ну хватит. Угу, то есть она все знает, это правда. Ты же прекрасно знаешь, что твоя затея пустышка. Я сказала, убейте ее. Что если... Немедленно! Ну, кто первый? Ого. Похоже, я переполошила осиное гнездо. Блин, они... Ой, гранаты что кидают, вот уроды. И то ж ты, блин, здесь 10 раз больше. Так... Они еще и гранаты кидают мне. Ну так, здесь есть что-то, что можно покрутить. Ну, люди, где вы? Где они, где они, где они, где они? Тут нету, тут нету, тут нету. Тут нигде нету. Вроде все тогда. Оп. А, это Е появилось. Это не совсем. По сравнению все-таки с карателем, это вообще ничто. Ворота неисправны. Но нужно как-то проскочить. Используй контроль времени. Ясно. Не забывай, эта способность поможет тебе преодолеть большинство препятствий. Ой, ёп! Есть! Получилось! Мы вынуждены идти быстро. Хотя тут столько всего интересного. Повсюду я замечаю странные статуи. Птицы никогда не садятся на них. И если подойти ближе, неведомый страх так и тянет убежать прочь. Точно как в той таинственной плотности, которую я описывал прежде. Я отметил расположение статуй на карте и увидел, что они выстроены в определенном... Интересно, какие-то статуи будут. Так. Не вижу. О, ничего нету. О, еще один, блин. Как ты там появился, чувак? Я только что забегал туда, и тебя там не было. Ненавижу. Кажется, уже недалеко. Пока. Что, ты умер уже? Ау, 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 ау. Ау. Откуда он стреляет, не пойму. Нет, понял.
И убил. А он больше их нету. Хотя тут так много разных. О боже мой. Я умер? Нет. Это жестоко было. Я и вправду первый раз умер. И опять они здесь появились. А у меня нету ХП. Ладно, ну хоть мы знаем. Так, я так понял, там какие-то ловушки были. То есть, либо они гранаты кидали, и правда. Что уже недалеко. Что же они скрывают? Так, где-то там еще был. Только не помню где. Опа. Спрятался. Он спрятался? Пошел отсюда. Ты не умер? Я умер. А, вот они. Как же их так... С этой стороны, я так понимаю, сломан. Это древний город, построенный небесными стражами. Портал где-то внутри. Угу, ясно. У меня плохие новости. Мы натолкнулись на ужасное существо. Оно появилось ниоткуда. Одна тварь уничтожила половину нашей группы за считанные мгновения. И вместе с ними нашего проводника Джона. Эта тварь... Я так понимаю, они карателя встретили. Будь осторожна, тут может быть полно ловушек. Небесные стражи были защитниками драконов, но вторжение хаоса заставило их отступить. Они переселились подальше, на небесные острова, и более сюда не возвращались. Теперь это нейтральная территория, так что хаос чувствует себя вполне вольготно. Не очень-то и как-то... Не хочу тут с карателем встретиться в таких техническом помещении. Лазер. Супер. Лазер в крае драконов. Охранный механизм препятствует продвижению щелков. Некоторые из них систем мобильны, что позволяет повысить их надежность. А снести их можно? Да, я понимаю, так даже их уничтожить невозможно. Ну ладно. Пройдем так тогда. Это как бы не проблема. Оп. Фига граната. Да не опасно я вообще. А что это такие вот стали? Во-первых, игры. Ай! Шипы. Ай! Шипы снова. Как же так? Сундучок. Пулемет скорострельный. Штурмовая винтовка. Здорово. Ну, вроде неплохое оружие. Хотя, ну, красиво выглядит. Вперед, вперед!
смерть ждет вас всех. Да, жалко мне вас. Смерть, смерть. Да-да-да. Не хотели, тогда бы не вступ... Ай-яй-яй. Куда стрелять-то? Ой-ой-ой. Не-не, ты врешь. Тебя никто вообще не стрелял. Это меня все ждут? Да вы офигели такую большую толпу? Да что же я так хорошо? Кто-то там еще был. Фига, эти колонны разрушаются. Ну это необычно. Где? Угу. Конечно, вы сейчас все меня так забьете. Так, ну тут ничего нету вообще. Да, вот здесь эти записки. Мы встретили людей гильдии недалеко от разбившегося дирижабля. Они были очень гостеприимны, но принесли нам крайне пугающие вести. Многие из этих людей живут на острове уже несколько лет. Они уверяют, что обыскали весь остров. То есть здесь считалось, что нет второй сферы, к которой можно вернуться. То есть телепорта обратного нету. Так. Даже если это открыть... Как? Ну, отползи от этого. Здесь пока запрещено барьером закрыть. Так, тут у нас тоже ничего вроде нету. А, только ловушки. Не хочу их провоцировать на мою смерть. Туда я пришел. Но единственный путь тогда только идти. Да, сюда. Кстати, это две штучки, которые активируют телепорт. Кто-то явно не хочет, чтобы эти устройства были использованы. Ну, я, конечно, сглупил с этим, ладно. Ой, что это за тормоза такие? Я, правда, не очень понимаю, зачем я разрушаю это все. Так как мне надо активировать телепорт. Я очень сильно туплю. Ладно, открутим побольше времени. Ну там шипы, я туда не хочу подходить. А, мне в другую сторону идти вообще надо. Удивительно. И куда же мне туда идти? Мне казалось, что надо там.
Этот компас уже прикалывается надо мной. Потому что он кричит, что надо вот сюда идти. Вот на этот. Стоп. Щит есть. Щит есть, щита нету. Или есть? Нет, он вроде есть. Ну, вроде щит остается. Какой смысл тогда мне этой кнопки? Если это кнопка вообще. Ой. Ладно, я здесь вступил сам. Там барьер. Здесь только нет барьера. Так, подождите, я до конца не постоял. Ну давай, беги-беги, мой клон. Беги-беги-беги. То есть это просто убирает... А как можно два клона сделать одновременно? Теперь надо подумать. Два клона одновременно. То есть раз отматываю время. Так, ладно, постоим здесь сначала. Ай, я умер. Слишком мало клон там стоял тогда. Надо побольше просто поставить на клоны там. Да мне даже так ранило. Ладно, стоим тогда. Мне не хватит времени просто. Да. Опять? Да вы шутите? И опять я умер. О! Это надо тогда полную катушку попробовать сделать. Так. Сейчас накопится тогда... Вообще, что я, конечно, пытаюсь сделать? Я даже не знаю, что там такое. И компас мне показывает сюда надо. Так, сейчас накопится, накопится, накопится. Накопилось, так.
А почему они сразу реагируют? Я же они их убирают. Или там сразу, блин, клон может пропал просто. Так, и правда для меня уже непонятно. Так. Тупые колючки, блин. Так, почему колючки не убрались? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 секунд он выходить должно быть. Здесь несколько таких переключателей. Нужно найти их все, чтобы активировать портал. Не пойму, зачем людям охранять это место? Не знаю. Людям вообще опасно здесь находиться. Странно, почему наместник хаоса до сих пор их не убил. А что, если Мишель все же нашла сокровище? Это объясняет ее враждебный настрой. Кто бы захотел по доброй воле делиться? Ну, точно уж не Аюми. Вот мне только... Что это за удары такие, не очень хочется знать даже. Так, надо посмотреть. Вперед. О! Фу ты, мутер. Что ты здесь делаешь? Что делаю? Да ничего. Меня бесит, что я в западне. Чувствую себя идиотом. Но есть способ выбраться. Вторая сфера. Откуда ты знаешь? Магистр гильдии, он связался со мной. Я бы не стал доверять этой старой обезьяне. Но ты же не собираешься провести здесь остаток дней. Мишель, конечно, слегка не в себе, но она хоть пытается что-то придумать. Пытается? Да она всеми манипулирует. Нельзя выбраться отсюда на корабле. Как можно верить в такую чушь? Но это не значит, что можно ходить и резать всех подряд. Я слышал, ты убила людей на корабле. Страшный поступок. Да нет, все в порядке. Мне ключ не давали просто. Это была западня. У меня не было выбора. Ты знаешь, Аюми, иногда нам приходится принимать непростые решения под влиянием обстоятельств. Мы все здесь оказались в ловушке, как чертовы кролики, и мы не можем позволить себе терять голову. Кроме того, нам еще предстоит понять массу вещей. Мишель полагает, что активация портала убьет нас всех, а я не хочу умирать. То есть ты будешь сейчас меня убивать? Ты пришел сюда, чтобы остановить меня? Я не буду тебе мешать, но и помогать не стану. Делай то, что считаешь правильным. Я же поищу другой путь. Значит, на этом наши дороги расходятся? Ну, пока тогда. Посмотрим. Давай, до свидания. Как кто-то сказал бы. Он вроде приятный парень. Тебе стоит прислушиваться к его словам. Еще бы. Только сейчас он и сам не знает, что делать. Ну, бывает, у всех бывает. Так. Люди. Здорово. Как дела? А что вы не стреляете по мне? А что вы не стреляли по мне? Я вроде раз просто... Эй! Стоп. Я не подписывался на такое. Так, теперь еще и дверь закрылась. Еще какие-то взрывы идут. Так, ну здесь вроде ничего нет. Это было довольно просто. Закон присвяивания портала предзапретный. Наш договор расторгнут. Люди впрямь земли сей изгнаны.
А кто этот наместник хаоса? Ну он исчез, главное. Ой. Ой. Это тяжелый пехотинец небесных стражей. У него на спине регенерирующее устройство. Так. Оно делает его неуязвимым. То есть мне надо снести. Помню, это. Твое главное преимущество – это контроль времени. Используй это. Давай вперед. Нет, чувак, там вот. Ну почему ты поехал-то сюда? Стоп. Экспериментируй. Изучи слабые стороны врага и найди способ уничтожить регенерирующее устройство. Учись использовать контроль времени в бою. Да, это весело и правда. Давай, 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 вперед, 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 вперед. Назад открутим время. Отлично. Да ладно, попал, попал. Поздравляю. Еще раз попал. Это уже. Смерть тебе, урод. Это был небесный страж. Я не понимаю. Они не должны быть здесь. И почему они так боятся, что мы откроем портал? Портал ведет на небесные острова, вау, их территорию. Но это было. Но люди не представляют весело для них никакой угрозы. Ладно, я только что завалил такого, так что не надо мне тут. Ну, с временем играть довольно интересно. То есть, постоянно откручивая время, когда ты его убил, после этого довольно легко можно пройти тогда босса. Ну, правда, конечно, это зависит, наверное, от босса. Оп. Теперь за людей взялись всерьез. Этого ли боялась Мишель? Процесс естественного отбора в действии. Ну, это не я сделал. Кто победит? Пока действует хотя бы один из ваших темпоральных клонов, наносите больше урона. А, блин, забыл про ловушки. Да блин, вы залебали. Я не могу, эти ловушки, я их не видел просто. Пропустить это можно, теперь да? Теперь за людей взялись всерьез. Этого ли боялась Мишель? Процесс естественного отбора в действии. Только здесь уже очевидно, кто победит. Ну, вообще даже не очевидно. Опять? Смерть людям.
смерть людям. И смерть... кем бы там не был бы. Ты тоже умерешь. От моей руки. Накоплю еще одну жизнь, и можно использовать тогда хилы. Смерть людям и смерть небесным стражам. Давай, умирай уже. Молодчик. Смерть. Смерть несет Аюми. Быстро и легко. Открываем дверку мы. Да? Да? Все. Ну это было опять же просто. Вот, кстати, ай, черт. Ну... А что, если приближишь, что ты сделаешь мне? Все равно ничего не можешь сделать. Умереть можешь. Ай! Я не могу. Эти мины меня начинают раздражать уже. Я так из-за них проигрываю. Не первый раз уже умираю. Убили уже быстро. Здесь есть алтарь? Круто! Алтарь, быстрее, лечи меня. Лечи, лечи, лечи. Массовое исполнение. Поджигает несколько окружающих врагов, но 7 повреждений в течение круговой удар ярости наносит существенный урон окружающим врагам. Круто. И все? Ну конечно, тогда это. Дар ярости по горячей воде. Да. Так. Круговой удар. Стоп. Это было не совсем то. Подождите. Удерживайте 3. А сколько мне надо? Я думаю, может 2 надо? Да. Неплохо. Неплохо. Мне нравится. Спасибо. Спасибо, алтарь. Спасибо, спасибо. Так. Ай. Ненавижу. Всех, кого ненавидит. Ненавидит кто эти. Кто чертовы мины, блин. Наверняка все попадались на них. Но если не попадались, тогда можно написать в комментариях, что я полный нюх. Это такая... Очень изощренный ум создал все это. Просто это... сумасшествие какое-то. Да, это вправду. Надо же было такое наворотить. Так это психоделика. Ну, бедный, бедный. Надо тебя просто застрелить сейчас. Так, если я тебя сейчас увижу, я тебя просто застрелю. Чувак, чувак, где ты, где ты, где ты, где ты? Ладно, и как мне пройти туда? Прыгать?
Это будет весело. Ладно, такое я могу пропрыгать, но, блин. Ну ладно, такое еще тоже смог пропрыгать. Огнеметы. Как-то старо. Это еще сложнее будет немножко. Ну хотя там... Блин! Да вы что, шутите, блин? Здесь просто какой-то пипец. Кто стрелял по мне еще? Ау. А, вот он стоит. Надеюсь, ты не кинул гранату. Ну вот это будет вообще сложно. Чисто на удачу. Удача не прошла, я умер. Если сейчас заново все пропрыгивать надо будет, я убьюсь. Ну не все, конечно, но все равно. Да мне это даже ранило. А что говорить об этой? О, я прошел. Да вы шутите, блин. То есть мне надо будет ее составить и... Это можно отключить вот... Стоп. Там. Это было крайне неожиданно. Я, наверное, в этой игре умираю больше, чем во всех остальных играх, которых я вообще играл. Теперь один вопрос, а как я вернусь? Потому что я ж просто не допрыгну. Ладно. Ладно. Такой. Зачем же это все? Неужели только ради защиты портала? Правда, не верится. Либо этот портал имеет для кого-то особое значение. Возможно, именно небесные стражи блокируют путь, а не люди. Ладно, лазер меня убил. Согласен. Я не могу. Вот она. Ну как она прыгает сейчас? Посмотрим. Ну, прыгает совсем немножко, а если. А, ну попробовать можно тогда. Не, круто, меня, по-моему, голову снесло сейчас. Ну а так, если я прыгну, то я умру просто. Ну хотя проверим. Так, сейчас. Вниз. Ну, нормалек. Тут мне надо, я так понимаю, посередине. А, ну там еще. То есть там шипы, и туда мне нельзя наступать. Ну ладно. Так, отсюда я пришел. Так, сюда. Здесь можно просто перепрыгнуть наверху. Что это такое? А что это такое? Ну ладно, здесь можно проскочить, используя... Да. Ну вы поняли, да, что использовать надо. Так. Ай! Ну я поднял. И здесь вовсю кипит работа над кораблем. Признаться, с научной точки зрения, их затея кажется мне довольно наивной. Я говорил с их лидером, Мишель. Она хочет, чтобы я написал книгу об их жизни здесь. Угу. По-моему, отличная. То есть там ходит... Как мне их обойти? Ну, то есть они ходят вот так вот. Попробуем слева встать. То есть справа, то есть... Здесь, надеюсь, меня не заденет это.
Отлично. Осталось пройти самый пипец. Это и вправду как-то... Пройти внизу невозможно из-за лазера внизу. Заверху надо быть осторожным, чтобы проскочить именно в эту дырку. Еще при том ходят эти параллельные. Это пипец. Ладно. Это было глупо. Они тогда раз сходились в этот момент. И опять схватились. Может попробовать здесь прыгнуть? Когда они как раз будут. Раз. А у них меньше. То есть у них расширено сначала идет, а потом они меньше идут. То есть не дотягивается. Пробуем сбоку пройти тогда. Да, кстати, сбоку намного лучше. Ура! Еще одно готово. Это должно быть третье. Или я уже сбилась со счета? Голову можно сломать. Нет, Айоми, ты не сбилась, это третье, правда. Так, только вот мне интересно. Вот он наш сундучочек. Клинки вечного света. Увеличивает здоровье просто. Ну, по идее, ударом как бы я... А вот здоровье было бы лучше, конечно, больше. Так, третий шарик мы активировали. Теперь мы выходим в какие-то опять джунгли. Воу. А, это небесные стражи прилетели. У них, правда, есть космические корабли, ну так корабли какие-то. Ну всех их одновременно точно не убью. Да и потом, почему здесь так много людей, если это запрещенная область, в которую ходить нельзя и которые не возвращаются? Тоже как-то подозрительно. Еще не очень много охраны здесь. Так, что за новый враг? Жнец небесный. Это слабый, защищенный летающий воин. Является основной тактической единицей небесных районов, где перехватчик бесполезен в своих размерах и слабых маневренности. И хотя эти воины уязвимы перед любыми видами атак, сами они наносят смертельные точные удары. Железные птицы. Чего здесь только нет. Так. Они сами наводятся, что ли, эти атаки? Я их не могу понять пока. У меня же использую ваше оружие против же вас же. Не должны быть вообще. Ну, не совсем железные, правда, я сказал бы, чтобы они... Ну, компас явно показывает идти вперед. Здесь все равно нечего делать, наверное. Страничек я никаких не вижу. Крути... А, вон шипы я увидел. Повезло. Да, ясно. Спасибо. Ну, опять алтарь. Как-то их много стало попадаться. Я уже даже не помню, когда последнее там уже убивал. Если после удара ярости враги теряют часть своей жизни. После удара ярости... Удар ярости.
заканчивается. Там взорваться не вся его возможность. Ладно, изучу я мастер льда. Выглядит эпично, очень эпично. Так, Феникс начинает по кругу крутиться. Ну, красиво выглядит. Но практично ли это будет мне? Просто мне легче слегка пострелять на нем. Наконец-то. Стоп. Подозрительно тихо. Только не это. Поджидает меня. Черт. Блин, там каратель опять. Ну как? Хорошо, что я и заметил. Иначе бы я уже опять умер бы. А что в портале надо делать? Используя магию порядки, передвигайтесь. Проклятием. Это не может быть хаос. Ничего не понимаю. Хаос тоже не желает, чтобы кто-то прошел. Скорее, Аюми. Небесные стражи могут объявиться в любой момент. Зарядите портал двумя зарядами. А как? Постарайся снять проклятие с этой статуи. Попробуй использовать сферу порядка. Постарайся подтолкнуть его к порталу. Пары таких зарядов должно хватить, чтобы активировать портал. Используй сферу порядка, чтобы довести этот заряд энергии до портала. Ай-яй-яй-яй. Ай, это маленькие эти гадости. Ну, тебе легко убивать можно. Так, и второй надо туда. А каратель где-то здесь был. Я же видел его. Стоп. Магия порядка работает. Силы хаоса защищают портал небесных стражей. Угу. Это просто немыслимо. Это невозможно. Возможно, именно об этом говорил магистр. Кто-то или что-то пытается удержать людей на острове. Сначала разобраться с дальними, а потом уже с ближними. Если такие вообще есть. А вот вы где. Смерть. Блин, их только видно, это когда сферу ставишь толком. Только они полу невидимые. О, ну красиво так выглядит. Эпично при том. Не шутите со мной. Ах ты гад. Где ты? Давай, подходи. Ой, так умру. Надо. Минус
минус один. Минус. Так, блин, очень раздражает, они очень сильно мешают этим. Да откуда же вы? Я ж только что тебя видел, ладно, ты где? Умришь ты. Так, умер. Теперь. Ладно, придется как-то не обращать на них внимания тогда. Блин, я комментировать забываю, так. Ну же, умирай уже. Урон они очень маленький наносят, но, блин, очень сильно раздражают. Очень сильно раздражают. Так, ладно. Еще раз. Без разницы, идем дальше. Ну все, вроде построил линию. Ну а что еще? А, может. Да что ж такое? Почему мне сразу на это перекидывается? Теперь на эту обратно. А, я понял, понял, все, дошло до меня. Надо их две просто забирать, тогда все получается. Все. Кто это? Мишель привела меня в древнее здание в глубине джунглей. Ее люди сторожат каждый его угол. Мишель говорит, что только благодаря этому они еще живы. Она показала мне портал, чудную конструкцию неизвестного происхождения. Его охраняет та самая субстанция, о которой я рассказывал раньше. Мишель считает, что это заклятие. Ясно. Умрись. Еще кто-нибудь? Умри. И еще один. Постреляйте.
умирай уже, давай, все, ты труп. Так, все. Портал я активировал. Теперь можно и телепортироваться. Несчастный человек. И... Зачем ты против нас нет, идешь? Нельзя. Так это я иду против вас. Я просто хочу добраться до храма драконов. Как видно, это ты запрет призрел наш. Ты знай, портал. Пробу? Нет, пробу. Тебе я даже ничего не чинить. Круто, они еще с стихотворным говорят немножко. Храму. Я хочу вернуться домой. Вот и все. Сюда мы вас не звали. Раз уж пришли, примите наш закон. Ух ты. Значит, мы просто должны сидеть и тихо ждать своей смерти. Мы вам помочь сумеем, но должно вам терпение и веру обрести и ждать смиренно. Вау-вау-вау. А ты большой. Ждать? Сколько? Год? Два? Нет уж, это не по мне. Я войду в этот портал, хочешь ты этого или нет. Дерзко. Что время ну, странно выглядят они. Так. И надо прочитать вор. По капитан Небесной Стражи может использовать широкий набор заклинаний, в том числе левитацию, огненные шары, вызов прислужников и... Блин, прислужников, ненавижу. Взрывную атаку. Прекращая большую территорию. Убить капитана возможно, однако он будет каждый раз возрождаться, покуда существует порядок. То есть он бессмертный. Так. Я не могу делать возвраты. Так. По идее, может мне просто в портал забежать? Фига мне его убивать или что-то там. Ладно, это невозможно. Вот левитация его, я так понимаю. А, я прислужника вызывает. Ну вот собака. Ёпарас, это сколько он прислужников вызывает. Что-то я даже не переборщили, по-моему, с этим. Ну ладно, сейчас я накоплю немножко. Если накоплю. Так, я даже не понимаю, что там происходит. Но лучше мне и не понимать пока что. Знаю, что его я... А, вон это, я понял. Когда у меня мало жизни становится, нет лечения, тогда я же взял этот скилл специальный. Что мою тень как будто показывает. Ну а как его убить-то? Я даже и не могу представить. А, ну вообще его, убью его нормально. Так, главное уклоняться его атак. Опять левитирует. Ну пошел ты. Ты заколебал призывать разного говно. Хотя оно мне дает довольно много. Так, еще один умер и еще один умер. Так, а вот это уже... Это я уже называю... наглость. Остановитесь. В смысле остановитесь? Ты на меня нападал?
как ты смеешь что-то говорить еще? Смерть, смерть, смерть. Так, блин, шары пошли, 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 пошли. Так, уворачиваемся от шаров. О, хорошо, увернулись. Так, опять вылетели. Сейчас так я так умру. Так, надо подождать. Жалко, время откручивать нельзя. Я бы сейчас открутил бы так. Кстати, вот эта тень, честно вам скажу. А что это такое? Что это такое? Вау. Смерть, смерть. Отпустит вас. Дела ваши и души поглотил. Ай-яй-яй-яй-яй. Попал за подню. Так, надо бежать, 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 бежать. Фу-фу-фу. Тихо, осторожно. Надо добить его. Да, молодец я. Черт. О, я поверг его. Сильна ты очень. Если не оставишь путь, захватит тебя хаос скоро. Чем больше получаешь силы, тем больше власти он на тобой. Остановиться будет все труднее. Хаос тут ни при чем. Я знаю, чего хочу, и добьюсь своего. Слова такие слышал я уже. Зовут они войну и разрушение. Не, ну и правда, этот дух, который нам дает силы, он странный. Возможно, он как-то связан с хаосом, и поэтому... Этот небесный страж так и говорит, если они защищали при том драконов. Портал приведет тебя на небесные острова. Там тебе придется не сладко, но надеюсь, ты получишь ответы. Пошли. Телепорт. Это второй, по-моему, телепорт, который мы используем в этой игре уже. Край драконов. Интересно. Вау, как-то тут бочки, бочка опять, бочка. Пустынно тут как-то. Здесь не будет червяков, как в Дзюне, или как во всех этих играх обычно. Песок и сразу червяки, которые тебя хоп вытаскивают. Это родная планета небесных стражей. Здешнее солнце для тебя смертельно. Это же пустыня. Но почему я здесь? Должно быть, кто-то повредил портал. И он перебросил тебя не туда, куда нужно. Так. И что же теперь делать? Боюсь, портал — это единственный способ убраться отсюда. Нужно как-то включить его. Но как? Он, кажется, сломан. Несколько деталей придется заменить. Я думаю, ты сможешь найти их. В пустыне полно разной техники, оставленной небесными стражами. Ничего. Обычное дело. Оказаться неизвестно где, неизвестно когда и зачем. И непонятно, как выбираться. Меня даже не удивляет тот факт, что это меня не удивляет. Я не понимаю тебя. Ой. Боже, как больно. Не оставайся на солнце, Аюми. Это опасно. Ничего себе. Бывает же такое.
Старайся миновать освещенные участки как можно быстрее. Какая жалость. А я уж хотела позагорать, пока я на этом курорте. Так, закончим тогда здесь эту часть. Мы, то есть, прошли целую главу или не знаю, что там еще. Так что всем до следующей части тогда. Смотрите, комментируйте, оценивайте. Ну и пожелания, как всегда, в комментариях, если что. Всем пока.